Пляж Свирский. Сильный. Вот за будку спрятался. Кафешки работают. Народ тоже есть. Пляж Дельфин. 29 июня. Катер что-то закатывает. Для детей это что ли, да? Что-то я не видел в прошлом году. Или просто не доходил до Судова. Разуваешься и пошел. Вот. Так просто ленточки повесили, а так красиво. Вроде ничего обычного, а уже вид другой. Праздничный, радостный видок. Класс. Давай, давай.
Красиво. Смотрите, диванчики какие. Класс. А пол какой. Смотрите, пол какой. Супер. Занавесочки такие фирулевые. Это мне уже нравится. Да, хорошо сделали для детей. Класс. Мне понравилось. Вот так, ребята, ветер дует сильный. Ну, для отдыхающих отлично. Ветерок этот. Я переживаю за шум. Тюль, да? И видок совсем другой. И сверху защищает от солнышка. Супер. Рядом камни такие, да? Необычные. Музон орёт. Ласточка прёт. Надо ласточку заснять. Красавец. Здравствуй, здравствуй, ласточка. Откуда ты?
красавица. Ну вот он как-то не весь дельфин-то открылся. Там вначале прям четко все открыли. А тут что-то пока менжуются. Что-то запаздывают. Извиняйте за съемку. Ветер. Телефон он реагирует на ветер. У GoPro не так. У GoPro защита от ветра есть. Но ее не сделали мне. И не знаю, вообще сделают или нет. Я, наверное, разозлюсь и куплю себе новую. Или в кредит возьму GoPro 8, последнюю модель. Целый месяц ремонтируют, то есть не больше уже. Мостик. Много кафешек понаделали, но не спешат заселять диваны, кресла всякие, там напитки, еду, столы. Вода 25 градусов, даже поболее, 25,7. Все ремонтируют это кафе. Вот смотрите, какой видок здесь. А как она, хижина что ли называется? Что-то я подзабыл. Да,
дископар хижина. Пошел я на эту, как ее. Забыл название пляжа.